Всем привет еще раз. Как-то тут подозрительно темно и пусто. Хотя Маргиналайнис где-то шляется. А где, кстати? Сундуки. Везде сундуки. А что здесь было? Так, ладно, понял. Они начали строиться. Ну, если они начали строиться, я начну делать полезности. Никогда не делал для себя вот такую машинку. Ага. Так, ну сейчас сделаем. Сейчас мы ее запузырим. Концел. Ладно. Эти штуки есть. Проводочки есть. Сейчас мы ее... По-моему, так. Вроде бы не ошибся. Сейчас мы ее себе сделаем. Конечно, никто не позаботился о полной МФСУшечке. Что ты будешь делать? Конечно же, никто не позаботился о том, чтобы у нас были баночки с водой. Но сейчас у нас будут баночки. Так, конечно же, никто не позаботился о том, чтобы не было чего кушать. Эй, что я делаю вообще? Так, кушать. Нет, тыквы это, конечно, хорошо, но я тыквы не люблю. Почему-то. Все любят, а вот я вот не люблю. Грибы? Не, грибы я уважаю. Кстати, что у нас тут происходит? Вау. Вау. Не, ну вроде работает. Правда, за ними нужно глаз да глаз. Что все это такое? Хотя... Не. Не справляется. Не справляется фиговина. Нужен еще один конденсер. К сожалению, это так. Один алмазик я здесь оставлю. Я сказал, один алмазик я здесь оставлю. Потому что один алмазик нужен, чтобы это место не занималось ничем другим. И было куда конденситься. Такс. В принципе, у меня есть уже идея. Зачем я себе взял алмаз? В принципе, у меня есть идея. Что пора бы уже начать генерить EMCU более традиционным путем. А именно, построить всякие релеи, коллекторы, фигекторы, ну и прочую разнообразную полезную штуку. Я... Что это такое и как с этим бороться? Ну, ладно, разберемся. Сейчас я всю энергию оттуда заберу, себе сделаю релейчики. Я хотел взять водички. Ух ты, сколько я уже наделал водички. 7, наверное, нужно. И загрузить ее в электролизатор. У меня, конечно... Стоп, а я не могу сделать вот так. Да, так будет намного интересней. Вперед. Оно, кстати, не попадает сюда. И знаете, кажись, нормально работает. Тут даже с одной вот этой штуки работает хорошо. Может быть, дозарядить саблю? Или дозарядить еще что-нибудь? О, сразу две включились. И, конечно же, остановилась. А, нет, ты смотри, продолжает работать. То есть в этой штуке можно заряжаться нормально. Это приятно. Я тут оставлю шапочку. Потому что, когда у меня будет квантовая шапочка, я хочу, чтобы у меня было все очень хорошо. Или нет. Или сначала скраб наладить. Может быть, наверное, наладить сначала скраб. Проблема заключается в том, что у нас нету... Как же эти штуки называются-то? Синих вафель, в общем, у нас нету. А без синих вафель добывать скраб сложно. Но у меня есть транспозеры. Всего 16, правда. У меня есть деревянные трубы, но нет моторчиков. И я сейчас буду подкидывать монетку. Если у меня есть деньги. Насчет того, какие моторчики я хочу... В принципе, можно на транспозерах сделать. Почему бы и нет? Но это на транспозерах же. Ну, точно на транспозерах. Вот у меня есть 18 транспозеров, и всего хватает. Вперед. Ой-ё. Я совсем забыл вот этих вот цветочках. Правда, они мне уже не нужны. Ну, в общем, здесь все очень просто. Здесь как-то вот так вот. Черт, они неправильно разворачиваются, и я не знаю, что с этим делать. В принципе, они должны ставиться с той стороны вот так же. Но с той стороны они так ставиться не хотят. Вот так вот. Ну-ка, дай-ка попробую прицелиться. Не,
Нифига. Так что придется крутить отверткой. М. А это фильтр. Ну, фильтр мне тоже пригодится. Отвертка у меня с собой есть. Так. Готово. Готово. Дальше. Мне нужна адская фиговина под названием Red Power Relay. Ваня, у нас крипер, и это не баг. А у нас нету. А я не знаю, я что-то игрался на бакетовских серверах очень много, там, где я в квантовой броне, а криперы не могут ничего взорвать, поэтому я на них не реагирую. Это, кстати, правда. Я вот, страпа. Не реагирую на криперов. Так, ну, в общем, как-то так, как-то так. Тут пара сундуков. Можно даже уже вовсю использовать алхимические сундуки. Можно соединить эти две фигни, но так как я тут специально оставлял место для трупа, а это место заняли вот этими генераторами, соединить у меня не получится. Ой, а что это за уголь? Кто здесь умер с углем? А, это был не уголь, это был порох. Такс. Всем привет. Что можно сделать? Здравствуйте. Может, во-первых... Ай, нет, трубы туда кинуть, хотя... пофигу, куда они уедут. Вот это все туда. Взять мою шапочку. Она зарядилась. Одеть ее немедленно. Такс. Вы там мой дом не сожгли? Нет, он сам сгорел. Сам сгорел. Так. Я шел за сундуками. Раз. Что, второго не дадите? Дайте второй. Что это за труба? Второй. Это труба. Штука готова. Ну ладно. Труба. Пусть пока вот эта штука. А, ну. Нет, она будет долго делать эти штуки. Дадим этой штуке слегка зарядиться. Так, ну пока, собственно, это сюда. Это сюда. У меня остался один фильтр. Может быть, имеет смысл поставить здесь конденсер. Может быть, это, кстати, хорошая идея. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Где-то здесь было. Вау. А тут уже есть готовые трубы. Чё я как маленький? Чё я как маленький? Ну, в общем, а дальше... Дальше, да, сейчас. Сейчас тут будет адско лагать. И вот эта штука. А почему бы и нет? Пусть в ней тоже будет камень. Или чё мы будем... О чем мы, кстати, будем ресайклить? Хороший вопрос. Ну, да. Здесь у меня стоит фильтр. На фильтре конденсер. По-моему, прекрасно. Ваня, а что ты делаешь? Ты автоматизируешь свои ресайклеры? Ну, вы их уже заюзали, так что это уже не очень мои ресайклеры. Да. Снег есть? Снег наверху есть. Окей. Так, мне нужна лопата. Дай лопату. Лопату дай. Нет, у нас лопаты. Черт возьми, действительно нет лопаты. А снег без лопаты не собирается. Так, где у них есть снег? Вон у них есть. Нет, стоп. У нас снег должен был быть где-то... А, у меня есть снег. Точняк. У меня есть снег. Так вот. Что вы сдали, пока меня не было? Ничего. Мы ничего не сдаем, у меня нет настроения. Экзамены. Я пришел после зубного, и я хочу просто строить. Развлекаться и строить. Компрессор. А, бронзовый век. Поехали. Нас сдали уже, видишь, я летаю. Поехали. У нас уже есть гематит. А тут поехали быстрее. Кстати, надо меркуриалай. Кстати, что у меня есть? На чем летает? А зачем тебе меркуриалай? Чтобы строить. Во-первых, лазером заканять с видом и сделать себе лёд кап. Я как понимаю, вас курочки заспавнили. А дейфритов так делай. Эй, сейчас у нас будут требовать перья. Я ввожу монополию на перья. Люди, у вас курицы заспавнили? Да. Дайте перо, пожалуйста. Нет. Гады. Нет.
какой я мерзопакостный. Ну и чем мне заниматься? Сдавай. У нас не сделаны адванс машины, если их вообще нужно сдавать. Я даже начал уже электролайзить электролайзер. Так. Сдавать неинтересно. Дайте мне перо, потому что бегать скучно. Получи его. Ты будешь еще тут и летать, да? Не, не надо нам летающего тебя. Летающий разрушитель. Так, я, в общем-то, шел делать конденсер. Ну, а в конденсере, как вы поняли, я буду конденсить. Дай перо. В конденсере это я буду конденсить лед. Этот Денис, дай мне перо. Другой Денис, дай мне. Я не знаю этого Дениса, извини. Так, ну, в общем, как-то так, конечно. Осталось так придумать. Как? А тот. Того не Дениса. Не, ну здесь, конечно, вот так. Здесь, конечно, вот так вот. Вау. Он в замешательстве. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Иди сюда. Так. Задрот зубами. Так. Так. Чак. Она моя. Чак. Вот и чак. Ну, вроде бы работает. На меня тут наезжали, что я сделал слишком длинные медные кабели, поэтому все не работало. Но это, знаете, я знаю, что в них теряется электричество, но я же был согласен его потерять. Так что я не понимаю, почему оно все не работало. Ну, в общем, а дальше, наверное, как-то вот так. Черт, все равно придется делать алмазную пилу. Я не хотел этого. Конечно же, я хочу запитать все это безобразие одного таймера. Ну, что далее? Non seeds. О, сколько тут сидсов. Так. Да блин. Ладно. Так, 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 так. Пила. Я и забываю убрать читер режим. Пила. У тебя еще меняется? Да ты читер. Для сингла. Для постройки. Для тела. Меня чего-то нету. О, у меня тут всего есть. А почему выключилась вот эта штука? Глину я тебе не дам. Глину добудь. Почему оно... А почему оно не может... фига себе. Оно EMC тратит. Проблемы. Что-то как-то мало создает. Очень мало создает. Очень-очень мало создает. Ну, в общем, как-то так, конечно. О, ура, можно теперь вот это сюда перекидать. Ну, в общем, как-то очень мало. Я думал, что это... Что эти алмазы будут тратиться вечно. Я расстроен. Ну, в принципе, нормально. Так, работает. Этот сундук тоже можно закинуть. И пока я не разломал кирку, кирку тоже можно законденсить. Чпок. Я боюсь, что всю емщу придется туда потратить. К сожалению. Надо... ну, на самом деле, не обязательно оставлять по одной штучке. Потому что сейчас наконденсится нормально. Но закинуть сюда EMC надо. Пошло, 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 пошло. Но скоро потратится. Ошибся, бывает. Так, что дальше? Я отойду. Какой отойду? Ты только что пришел. Ну, уже нужно отойти на 10 минут. Ну, хорошо. Каждая минута кусок красной материи из тебя. Что я хотел сделать? Я хотел сделать красного сплава. У нас тут, наверное, есть красная печка. Фига себе, у нас тут этих печек. Красный сплав делается из меди и редстона, которого у меня... Нет, почему у меня нету редстона? У меня есть редстон. Ну, в общем, вот так. Редстончик у меня есть. Фига себе, у меня редстончик. Ну, в принципе, вот так. Сойдет? Запускайся, балалайка. Не так, вот так. Так, вот эту медь тогда сюда.
Мне нужно, в принципе, 3-4. Не, мне нужно кусочков 6. Так, красные вафли-то у нас есть. И, кстати, я боюсь, бронзы у нас до конца игры. Я вернул. Бронзы нам хватит. А вот из опова я сейчас наделаю вот этих штук. Вот этих штук. Они полезные. Даже наполненные водой, они обладают целебными свойствами. Все нормально. Кажется. Кажется, хватит. Зачем мне столько всего? Вопрос хороший. 24, может быть, хватит. Сейчас посмотрим. Может быть, дотянусь. В общем, здесь стоит таймер. А, я знаю, в чем проблема. Я же делал алмазную пилу, и так ее и не доделал. В этом проблема. В этом проблема. Дофига. Дофигища, я нажарил на всю оставшуюся жизнь. Смотри, там где все индастриалское говно лежит. Найдите, пожалуйста. Такс. Ай-яй-яй. Говорить слово индастриалское говно, это моя красная есть печка, привилегия. О. Ну а теперь все очень просто. Окей, я пошел делать предметы. Да, наверное, каменные. Давай, ты молодец. А как, что будешь делать? 20 машинок? Каменные. Нет, по сойдут. Значит, адванс машины. Логика. Вообще-то логика там дальше идет. Ничего не знаю, я уже наэлектролайзил. Gated Logic после бронзовой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. У тебя EMC не хватит на Gated Logic. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. У тебя не хватит на Gated Logic. Даже не пытайся. Рудрагон, я бы на твоем месте послушал, Ваня. Так, а я смогу здесь вот так? Ай. Я думаю... Вот так вот. Он тут знает. Вот так вот. Вот так вот. Ну, в общем, нормально. Там, прополиса не хватает. Всего. Ну, в общем, кажется. Кстати, не против, если бы мне пчел оставить? Надеюсь, чего? Только за. Ну, если я потом пчел взял. Ну, ты прям сейчас занимайся. А где? А что такое пчелы? Такс, ну, в общем, что таймер. Что такое мед, я знаю. Но это то же самое, что и мед, только то, ты что... Смотри. Ты смотри, оно у меня заработало. Красиво? Мед у пчел где-то рядом. Ага. Так, только одна проблема. А, нет никакой проблемы, оно забирает отсюда из каждой штуки за каждый тик по одной штучке. Пчел. И, соответственно... Да, да, даже можно таймер помедленнее запустить. И не тратит вот этот кусок льда, потому что он забирает из вот этой первой ячейки. Что приятно. Что приятно. Я спрашиваю на всякий случай, вдруг Ваня. Я тебя не понял, если я оборвал на полусловие. Кто-нибудь делает МФСУ? МФСУ уже давным-давно. А зачем МФСУ? Должен для сдачи. А зачем? Ты уже это сдал. Алло. МФЕ я сдал. Кажись, вот так было надо делать. О, что у меня есть. Ребят, я начну строить. И я сегодня... А я занят. Я просто пью пиво, едим чипсы. Он пьет пиво, ест чипсы. В общем, по-всяческому отнекивается. У меня транспозеров нет. Как лазурит? Сколько тут можно сделать? 4. Есть лазурит, сундук. Раз. А что такое лазурит? Ваня, не тут. Не, у меня есть. Будь проще. Это ляпис или николайт? Ляпис, ляпис. Раз, два, три, четыре. Сойдет. Ну, чё, можете меня поздравить. У меня есть вот, это, вот эти штуки. Зачем они мне нужны? Что-то я не то сделал. А, дерево, чёрт. А дерева нет. Ну, в принципе, мне нужна одна штука. Пока нужна одна такая штука. Зачем они мне нужны? Где-то тут был масс-фабрикатор. Угу. Раз, два, три. Раз, два... А, можно вот так сделать. Чё я тут летунизмом занимаюсь? Где моя какая-нибудь кирка хорошая?
Ой, к вопросу о хорошей кирке. К вопросу о хорошей кирке. Что-то тут как-то нету хороших кирок. Батареек нет для хорошей кирки. Будем делать. Хорошие кирки делаются. И редстончик. Редстончик обязательно. Хорошие кирки делаются из батареек. Полстек батареек — это примерно то, что мне сейчас нужно. Провода у меня есть. Ну да, в общем, батарейки, они всегда нужны. Лепездрических контуров один есть. Так, это сюда. И железки. Железки тоже я где-то видел. Железки видел. Мне нужно хорошую кирку. Хочу ли я хорошую бензопилу, если а честно, не знаю. Супер, но я уже там что-то немножко нажарил. Не, так, я его сделал. Ну, так, в общем, так. А зачем нам на всю жизнь? Ой, я же тебе зажарил. Так, ну и, соответственно, надо дозаряжать мою броню на всякий пожарный, пусть будет заряжена. Я не знаю, я тут хочу построить. А мне вы ничего не даете построить. Бери, строй. Мы... Как все проекты? Я же тебе говорю, нам нужна площадка для того, чтобы строить пчел и спавнить коров. Так ты это не говорил, когда я пришел. Говорил. Я еще вчера говорил, когда ты пришел. И когда ты ушел, говорил. Площадка для спавна коров, у нас их две. Где вторая? Я сейчас вот делаю. Одна около. А что такие маленькие? Я же просил, чтобы там были эти... кусок пустыни. Я искать пустыню. А посмотри по мини-мапу. Ух ты, я тут все сожрал, но у нас есть вот эти штуки, из которых можно сделать адванснутый массератор. Вы мой адванснутый массератор уже выкинули или что? Да хрен его знает, где он там. Просто я сейчас сделаю еще и адванснутый ресайклер. Так вот, можно делать так. Чипок. Ой, как я тут все адски сделал. Где для сдачи адванснутый? Так, ну и в общем развернуть эту штуку мордой в сюда. И положить сюда скрапу. Может быть, конечно, имеет смысл там фильтр присобачить. Но, как бы, ребят, я не специалист по этим делам. А разрешать кому-то бегать через мои поля, леса и реки, я бы не отважился. О, какая красота. Так. Хороший, интересный вопрос. Как сделать доступ вот к этой штуке, чтобы никто тут не падал? Есть ли у меня конденсер? Так. А, у меня есть мусорное ведро вот здесь вот. Чего мне не надо? Так, стоп. Еще можно вот это все взять. Чего мне не нужно? Это... О, багнутый паук. Это... Багнутый паук. Больше не багнутый. Ну, в общем, как-то Вань, так. Темно. Где? Под темной комнатой. А, ну, а что ты хотел? Там все факелы позрывались. Я же специалист по взрыву факелов. Кстати, хочешь пилу? У меня есть. Черт. Какую пилу ты говоришь? Бриллиантовую или индустриал крафтовскую? Бриллиантовую, естественно. Индастриал крафтовскую я не очень понимаю, зачем нужна. Бриллиантовую у меня уже давно есть. С индастриал крафтовской, ну, разве что... Ну, у меня сабля есть для этих целей. Да. Ну, дерево перед зато очень удобно. Так, ну, в общем, можно спасибо. Таймер даже поставить поменьше. Потому что... Так вот. А, потому что ресайклеры... Зачем нам дезерт? Нужен будет потом. Ресайклеры ресайклят раз в секунду. Соответственно, вероятность того, что они отресайклят, 1/8. То есть в среднем один раз в 8 секунд появляется кусочек скрапа. Ну и, собственно, в среднем раз в 7 секунд я пытаюсь его забрать. Кстати, по-моему, прекрасно. Ну и раз в 7 секунд сюда отправляется стек. Синджир, конечно, блин,
Он все-таки креативный. Сингир, он это, он The Man, остальные лузеры. Даже я. А чё у тебя сорняков нет? Потому что я все грамотно видексом обработал. Понятно. Такс. Блин, надо сумочку себе сделать. Этого. Извините. Хорошая идея. Которая только я не знаю, что в ней носить. Ну, у меня там строитель. Я, кстати, Меркурия Лай сделал. И мне нужны строительные разные блоки. Я угрохал одну красную материю, да. Угу, я сейчас тоже угрохаю. Фига себе, гром гремит. А фигли, камень неинтересно. Кстати, как раз. Ты его так. Консервируешь? Точнее, компрессируешь? А, нет, ты его конденсируешь, да. Ну, я идиот, но не настолько же. У вас там заспаунилось. Да я сделал факелы. Иду бороться. Ну, в общем, кажется, работает. Это баг. Это не спаун. Слушай, как тебя? Я вижу. Тебе факел одолжить, я сейчас получу. Учись я убивать покажу. Зомбей. Черт, опять кушать нечего. Мне нужно пожарить, что ли, курицу. Не, курицу я жарить не хочу. Чел, когда даются? Не знаю. Мне давали с самого начала. Ух ты. Все испугались. Да, они всех боятся. Ты че? Причем здесь я? Во. Я, конечно, кусок меди уронил, но это не страшно. Я хотел кое-что еще сделать. Он сейчас пойдет в мусорное сделать. Ведро. Вместе со всем мусором, который у меня есть. Ну и все, на самом деле я сейчас попробую пойти отдохнуть, расслабиться. Скрапогенерация у меня скрапается, то есть я себе могу начинать готовиться. Может, действительно... Стоп, а откуда падают эти стрелы? Откуда падают эти стрелы? Кто мне стрел тут накидал? Слушай, Ваня, у меня вопрос, ты не пробовал? А деплоер будет кидать? Что за фигня? Или, например, полосатый? Я же просил, мне в эту сюда только вот эту вот, только кости. Понятно, откуда падают стрелы. Такой, знаешь, рандомный фишка-кидатель сверху. Можно. Ребят, у меня к вам большая просьба. Не перенастраивать механизмы, которые я настроил для себя на своей территории. Вообще, ну просто не трогайте. Вань, не потому что ломаются, и у меня появляются проблемы. Это не обсуждается, само собой. Мы так, по мелочи. Берем что-нибудь, что нужно, или даем тебе, наоборот, но ничего не трогает. Но я за рус драгона не ручаюсь. Так, блин, батарейки сортировать нельзя. Мясо. Поехала. Я-то думаю, что у меня здесь происходит за фигня такая? А у меня тут такая фигня происходит, понимаешь ли? Уголь. А зачем мне уголь был нужен? Ну, что, вроде работает. Кости приезжают куда надо. Черт, кости приезжают. Кости вернулись. Кости придется запихнуть вручную. Так. Релейку зафигачил, да? В масс-фабрикат. Так. О, кстати, ты мне дал хорошую идею. Молодца. Ну, видишь, какой я полезный. Да, он мне действительно дал хорошую идею. Смотрите, что можно сделать с той релейкой, где мне не нравилось. Кстати, а зачем они будут крафт делать чтобы... эту штуку? Ну, может, только ради билдкрафта. Ну, типа релея. Хоппер. Да. Ну, потому что в билдкрафте нету хоппера. Да. Ну, я не знаю, кто будет... Хотя, да, не любители репауэра больше, чем любители... О, можно так сделать. И развернуть эту штуку лицом туда. Вообще, теперь сюда можно запихивать скраб, и нельзя провалиться. И скрапа запихнется много. Если честно, я правда. Сам узнал о релее, только если его увидел. Правда. Чё-то как-то мало. А чё так мало? Было много. Ну, ладно, пусть работает, если честно. Если честно, пусть работает. Может быть, сюда поставить. А, кстати, можно поставить. Это будет маленькое облегчение жизни серверу. И вот они.
Ну, просто, когда предмет будет пытаться понять, куда он идет, ему не нужно будет думать, а нужно ли ему пойти вот сюда вот. Еще одна порция латуни. Так. Оставшаяся. Ну и, конечно же, запихнуть сюда ничего нереально. Потому что у нас тут все запихнуто. У вас мобы. У нас мобы. Кстати, работает, черт возьми. Можно уже начать пожинать плоды своих трудов. Куча не поднимающихся. Чпок. И переполнен. Хорошо. Может действительно сделать себя. Нет. Стоп. А, у меня есть красная материя, мне не нужно ее изучать. Переполненный конденсер. Ну что ж ты делаешь? Он будет переполнен, если ты будешь оттуда все забирать. Не забирай из конденсера алмазы и то, что он конденсит, а то там не будет места, куда конденсить, потому что он все время забит. Я наоборот место освобождал под этот алмаз. Все хорошо. Ну туда можно просто положить алмаз, и он там будет лежать хорошо. У меня просто дня его не было. Ну, они есть в соседних конденсерах. А я пошел делать важное. О, как оно работает. Ну, мы посмотрим, у кого клевее. Так, ну в общем, это все сюда. Теперь здесь нельзя упасть. И все запихивается вон в ту лелешечку. И всегда лежит здесь. Но что-то как-то у нас электричества не хватает почему-то. А, ну я понял, в чем дело. Ну, конечно, не хватает. Стоп, что я сделал? Конечно, у нас не хватает электричества. Ну, ладно. Стоп. Тебе хватит браться? Эти зарядить. Хотя вроде заряжены, а что там так мало? Зачем она? Интересно. Пока адванс машины делает. Очень интересно. На всякий случай надел для тебя и больше. Очень интересно. Но, в принципе, все заработало. Я бы, конечно, свой массофабрикатор сделал. А что бы мне не сделать свой массофабрикатор, господа? Вот что бы мне не сделать свой массофабрикатор, благо я могу... Черт, он тут понаставили всякого этого. Давайте смотреть, где можно поставить массофабрикатор. Тут у меня идет труба со скрапом. Вот сюда. Тут у меня стоит массофабрикатор, а тут большой массив генераторов. Хорошая идея. Но для этого нужно сделать массив генераторов, но для этого у меня есть батарейки. У меня будет 8 генераторов геотермальных. Правда, я хитрый. Ну а перед тем, как сделать мою последнюю хитрость, ну, последнюю озвученную вам хитрость, у меня намного больше хитростей, я сделаю следующее. Я сейчас себе, у меня есть глоустончик. А у меня, кстати, есть выученный глоустончик. Что тоже хорошо. Я сейчас себе сделаю несколько интересных вещей. Первое. Мне нужна красная материя. Стоп. Мне нужен алмазный блок, кусок черной материи, кусок красной материи. Ну и все, можно забрать черной материей. Вот этой бякой. Ух ты, как ее у меня много. Главное не забыть про вот эту бяку и кусочек стекла. Да, кусочек стекла тоже необходим в моем рецепте. Поехали, печка. Ой, а печек нужно будет много. Я же сейчас еще генераторы делать буду. Так что мало печек, ну ладно. Печка. Стоп. Алмазный блок. Сколько у меня тут всякой фигни лежит. Алмазный блок, стекло, печка и глоустончик. Ну, глоустончик можно взять вот с этой штуки. Вот с этой штуки. Я его, кажется, выучивал когда-то. Да, было дело. Ой, кстати, не просто можно, а даже нужно, потому что у меня нету энергии. Я их ненавижу. У кого-нибудь есть карбон? Кто взял всю энергию из конденсера? Какого? Я давно уже не брал. Так, ну чё? О, получилось. Нормально. Все, хорошо. Процесс вроде бы пошел.
еще она здесь. Давай ты не будешь трогать конденсоры. Они сломаются, если ты их будешь трогать бездумно. Кто? Я их не трогаю уже давно. Замечательно. Почему в нем нету места, куда конденсить? Я не знаю. Так, цветочки. Ну ладно, вроде бы заработала. Так, тут есть. Есть. Тут есть. Прекрасно, я бы даже, наверное, вот так сделал. Опа. Не получается, слишком много всего конденсится. К сожалению, ладно, работает. Работает. Так вот, мне нужен глоустончик. В количестве. С каких пор два разряженных энергетических кристалла рядом друг с другом дают чуть-чуть заряженный один энергетический кристалл? Ну, в принципе, мне одна такая штука и нужна. Интересно, я ее не выучу. Не получится. И, стоп, откуда у меня столько бардака? Откуда у меня столько бардака? Ну, желтенький возьмем, красненький. О, нормально. Так, выучить эту штуку. Выучили. Черная материя есть, глоустончик есть. На мана. Черной материи много. Я был жадный, я спер всю. Ой, а у меня была энергия здесь. Вот эту штуку тоже можно выучить. Ой, да что же я везде эти кабели леплю. Так, выучили. Дальше. Обсидиан и... Глоустон больше не нужен. Глоустон больше не нужен. И я сказал. Ого. Ну, ладно, сойдет. Нет, не сойдет, плохо. Дай-ка я все глоустоном... Стоп, я сказал, глоустоном заберу. О, намана. Стало полегче. Так, вот эта штука у меня есть. Теперь мне нужно вспомнить, как делаются коллекторы. Очень давно их... Ой, релеи. Очень давно их не делал. Алмазный блок, обсидиан. Ну, какие проблемы? Сделаем. Алмазный блок и обсидиан. О, ну, кстати, вот это надо пожечь к чертям собачьим. Мне дадут сразу обсидиана. На все. Во. И кусочек стекла. Вот эту штуку изучать не нужно. Она не интересует никого. Никогда. А вот эта штука интересует. Может быть. А, ну да, нам же этих... Ой, стоп, что я делаю? Нам же этих пчел делать дурацких. Да, эта штука нас интересует. Так, но больше всего нас интересует кусок красной материи. Я сказал кусок красной материи. Кусок красной материи. И вот так вот. Вот эти штуки я сейчас буду использовать. О, как я их буду использовать? Что мне надо? Мне надо очень много. Ну, мне нужен один такой. Мне нужно... Стоп, это не жгется. Мне нужен один такой. И мне нужно очень много белых. 6. 6 это максимум, сколько может быть мне нужно на данный момент. Раз. 2. Ну, потом верну. Когда у меня будет из чего строить, потом верну. В общем, в принципе, готово. У меня не работает мацератор. Заряди его. Так, а дальше все можно забрать. Мне лень. Мне угольный порошок нужен. Зачем? Для Advanced машинного блока. Для Advanced машинного блока поищи в сундуках. Вообще разуй глаза, у нас все есть. Ну, мне так кажется. Ну, кстати, на самом деле есть. Помните, я клал, когда броню доделал? Во. Ой. Что это пимкнуло? Я не люблю, когда так неожиданно что-то пимкает. Ну-ка. Мусор. Ты весь идешь вот сюда вот, а порох остается. Потому что я сейчас буду делать. Черт, мне нужно очистить мои дурацкие рюкзаки. Как все неудобно. Я сделал на данном, наверное, тоже себе транспозер поставить.
Транспозер не ошибается. Ну, в общем, это коу. А мне нужен чар. Коу. На все. И в нижнем вот этом я буду апгрейдить. Правда, хорошо апгрейдит. Да. Ну и, конечно же, наверное, прямо сейчас я пока сделаю вот так. Но потом посмотрим, когда будет из чего. Клево. Клево. Но я наснимал опять 40 минут. Ребят, извините, я такой, но я не специально. Ладно, всем привет.